После вступления документа в законную силу пребывание на территории нацпарка частных лиц возможно только при наличии разрешения федерального государственного учреждения, осуществляющего его управление или соответствующего ведомства. Сейчас сложная ситуация сложилась на территории Сочинского нацпарка в районе Аишха в горах Красной Поляны. Там вырос целый поселок самовольных строений. Местные жители не заботятся о чистоте окружающей территории, оставляют бытовой и строительный мусор. Нацпарк опубликовал сообщение о начале демонтажа незаконных строений. Речь идет о капитальных временных металлических конструкциях, ограждениях, беседках, бетонных площадках, вымощенных тротуарной плиткой, туалетах, рукомойниках, а также крупногабаритном мусоре, сообщает пресс-служба администрации Сочи.